У восьмиклассника Никиты Печенкина каждый день по минутам расписан. Ведь надо все успевать делать уроки, готовиться к школьным олимпиадам и маме помогать в воспитании малышей. Брат с сестричкой точно могут равняться на старшего. Будущий программист в школе на золотую медаль идет. О том, что Никита страдает от нестерпимой боли, знают только родители. Боли в спине, он устает, со школы приходит, сразу быстрее хочет лечь, отдохнуть, потому что спина болит. А ведь еще 4 года назад Никита занимался спортивными танцами, ходил в модельную школу, мечтал покорить сцену. Но прогрессирующий сколиоз нарушил планы. Из-за интенсивного роста позвоночник подростка искривился до самой тяжелой 4-й степени. Раньше было возможностей больше, потому что, вот, например, я раньше любил на самокате, например, покататься. Тогда, в принципе, проблем никаких не было. Сейчас, если я покатаюсь, то после поездки у меня сильно болит спина, что даже почти двигаться не могу. Потом оказалось, что на спортзал тоже нельзя. И вот так по итогу сейчас куча возможностей просто пропадает из-за сколиоза. Врачи говорят, осложнения ведут к необратимым последствиям. Искривленный позвоночник перекашивает тело. В результате происходит сдавливание и деформация органов, защемление нервных окончаний. Консервативное лечение уже бесполезно, заболевание прогрессирует. Поэтому в ближайшее время необходимо провести операцию с установкой металлоконструкции, которая устранит деформацию позвоночника, сохранив его подвижность. В многодетной семье работает только папа. И собрать деньги на операцию родители не в состоянии. Ее стоимость 1 200 000 рублей, а очереди на госквоту ожидать больше 2 лет. Почти половину суммы уже внесла компания «Феска». Сейчас Никита ждет нашей помощи. Ему пригодится каждый наш рубль. Каждое СМС. Заодно сообщение со словом «дети» на номер 5542 с телефона спишется всего 75 рублей. Другие способы перечислены на сайте Русфонда. Елена Штылина, Андрей Толстихин, «Вести Приморье».